Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на вандеркейс. У меня на бальке 10 531 рубль. Этот бальк у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 5 кусков за ролик. Хоть и не супер бешеный результат. Были видосы, где я намного больше поднимал. Но когда у тебя начальный баланс 5000 и ты поднимаешь сверху еще 5000, то есть удваиваешь баланс, я считаю, это очень даже достойный результат. А полетели со старта. Откроем какой-нибудь кролик, хороший кейсик, 5 штук на 5950 рублей. И в идеале, чтобы ты мне прямо в начале хорошо выдавал. Ладно, продаем, открываем еще 5 штук. Ну как бы мы уже все, что вчера подняли, сейчас сливаем, получается. Но, кстати, вот это стоит хорошо. Вроде вот это должен быть плюс. Да, 10 300 рублей, отлично. Сейчас неплохо камбэкнули, еще 5 штук. Давай, родной, еще разочек. Выведи меня в плюс, так, артисера. Ну, вот это-то уже будет, да не, не плюс, сука, 3600. Ну, дай мне плюс со старта видоса, но мне реально важно начать в плюсе. Я люблю использовать свою, сука, поговорку. О, нихрена, я как будто первый раз эту имку тут выбиваю. Так, 9300, еще 5 штук. О, чего? 2700, вот это говно? Ладно, мне нравится, еще 5 штук. Так, опять оно падает. 8800, нормально. Мы со старта видоса поднимаем плюс 1000 рублей к балансу. А самое главное, начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так вы закончишь. Ну и все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео, на вандеркейсе вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Давайте сейчас тронем какой-нибудь магнат 5, не, ну какие 5? 2 штучки на 5180 рублей. Рисково, конечно, но магнат — это тот кейс, который может выдать. Может, Сарикс там прямо завода, статрековский, не? Ну, не. Так, давайте еще 2 штучки, может, со второй попытки. Ну, блядь, ну какое же говно падает. Магнат, родной, пожалуйста, можешь мне повыдавать? Я знаю, что этот кейс может хорошо выдавать. Это вроде дорого, да? Да, 4600 и 4400, отлично. Еще 2, ну вот это мне уже понравилось. Еще 2, давай. Но неонка вроде хорошо, но тут от качества зависит. Ну 2500, нет, это говно качество, еще 2. 7500, неплохо, еще 2. 4600, понял, еще 2. Ну 400, сука, еще 2, ну пожалуйста. Вот, вот это то, что я хотел отсюда выбить. 11520 рублей мы выбиваем. И на балике у нас уже почти 20 тысяч рублей. То есть мы заново удвоили, ну ладно, еще не удвоили, но почти удвоили наш баланс. Так, а сейчас давайте попробуем бускоин. Меня в прошлом ролике этот кейс очень жестко сливал. И я хочу отсюда забрать свое, вот. Вот сейчас хорошо, но вот сегодня вроде готов он мне выдавать. Это отлично. 8000, отличненько, еще 5. Так, тут падает 6800, хорошо, ну слушайте, как будто сегодня реально он мне будет выдавать. Так, 3900, еще 5 штук. Понял, 4400, еще 5. Так, 6200, еще 5, давай, вот, я еще раз хотел его выбить. Отлично, еще и неоновый гонщик мне падает. На балике 25526 рублей. Ну слушайте, сегодня идем прям максимально уверенно. Давайте Rolls-Royce, одну штучку за 4000. Родной тоже, можешь меня не подводить? Но сегодня все мне вот, ну ты сука, ты этот, фуил инжектор. Так, ну это говно. Апгрейдик до 5, ты... не, не до 5, давайте до 4, чтобы просто отбить то, что мы потратили на кейса Rolls-Royce. 29%. И мы ни хренашеньки не выбиваем. Спасибо, на балике 21 тысяча. Давайте тайно по 5 штук покрутим, посмотрим, как он будет вообще выдавать. Говнецо, еще 5 штук. Давай, вот, Тиму Калну, 3600, хорошо, еще 5. Так, тут падает 2200, еще 5. Тиму Кау опять падает, хорошо, 3500, еще 5. Ну вот, ну, кстати, тайная вроде сегодня более-менее выдает. Давай, может, 25 тысяч пробьем на нем, и я бы с этого кейсика уходил. Получится, нет? Но здесь почему-то из окопов мне только Тиму Кау падает. Не, ну вот это сейчас упало, блин, нормально, да, еще 5 штук. Но нет, что-то начинает как будто меня подсливать. Хоть сейчас и был плюс, но в общем очень много скинов говна падает. Да, 21 тысяча, давайте тогда уже лучше уйдем с этого кейсика. Ламборгини, 3 штуки на 6270 рублей. Посмотрим, как он будет выдавать. Так, а императрица вроде хорошо. Ну нормально, 5600, да, отлично, еще 3 штучки. Ну как бы не то, что прям хорошо, это маленький минус. Но, кстати, вот здесь прямо завода, да, падает? Нет, 3800. Ну 6600. Ну пока, то есть не жестко сливает, но и не окупает, как бы, не знаю даже как комментировать, еще 3. Вот это 6200, ну Ламборгини, может выдашь уже какой-то жесткий плюс, 8200, неплохо, еще 3. Не, он меня в нулях держит, и сейчас причем слил под конец. Окей, пипега, 4 штуки на 12 тысяч рублей. Что-то я сегодня как-то очень борщу, на самом деле, прям открывая бешеные кейсы, первый нам гамма волны падает, отлично. Но остальное говно, ну хоть это и плюс, но маленький. Вот, перчаточки выбиваем, отлично, еще 3 штуки.
6. Я бы... Ой, отлично! 21 093 рубля нам падает благодаря СГ Бульдозер, который стоит 16 284 рубля. Это какой-то раритетный СГ. Отлично. На балике у нас 32 639 рублей. И, пацаны, я предлагаю вот эти вот 30 тысяч зафиксировать. То есть, ну, все, мы уже на них играть не будем. А на эти 2639 рублей еще можно поиграть. Ну, потому что, ну, когда ты поднимаешь плюс 20 кусков за ролик, ну, надо чуть-чуть подостановиться. Потому что, ну, это и так очень круто. Мы еще недавно с 800 рублей отсюда выводили перчатки. Короче, в последнее время мне Вандер прям начал сыпать. Сука, как же близко. Ну, что-то как-то мы недалеко ушли, я смотрю, с этой суммы, с 2000 рублей. Да, опять разбойник падает. Ну, что, 206 рублей, не знаю, чем можно с этого что-то сделать. Масленица, одну штуку быстро, МБ он выдаст. Армейский блеск, ну, так себе. Давайте еще одну штуку. Защитная сетка. Можно попробовать апгрейдик до 3000 рублей. Если получится, то попробуем еще что-то откомбэчить. Если нет, то мне плевать, мы сегодня подняли... Ах ты, сука, ну как же близко! Ну ладно, чё, пацаны, заканчиваем видос. Ну, в любом случае, мы сегодня подняли плюс 20 тысяч рублей к балансу, и я, естественно, очень даже доволен этим результатом. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте, еще можете зайти в бонусы, подписаться на все соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, за видос, где подняли плюс 20 тысяч, до хрена пооткрывали дорогих кейсов. Я сегодня, мне кажется, открывал только дорогие. Не, ну ладно, не только дорогие, я тайны открывал, масленица, кролик он дорогой. Ну, короче, сегодня большинство кейсов были дорогие, то, пацаны, с вас за это по-любому лайк, подписка и комментарий. Это даже не обсуждается. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.